Ты где? Оленька, я на Майдане сейчас, я не могу говорить. Мам, возвращайся домой, слышишь? Tu as des nouvelles de chez toi? Voilà, ça c'est très bien. Tu veux qu'on en parle? Non. Voilà. Ok, super. Voilà, ça c'est un joli Jäger. Что случилось? Смотри, мама. Что, мама? Ты не знаешь, я кто. Ты же в моей воле. Мы здесь спортом занимаемся, а не политикой. Ты знаешь, что я тоже хочу быть с вами. Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution pour aider ton pays?